Всем привет! Поехали, короче говоря. В этом видео я хочу рассказать, что можно сделать, если принтер перестал печатать. Прежде всего, данную неисправность можно разделить как на аппаратную, так и программную. Что касается аппаратной части, то, возможно, принтер не включен, либо вовсе отключен от электросети. Возможно, и та ситуация, что провод USB не подключен к компьютеру, либо неисправен. Помимо представленных вариантов, аппаратные неисправности на этом не заканчиваются, но прежде всего здесь я хочу рассмотреть программные причины, из-за которых принтер не печатает. Для начала стоит посмотреть, установлены ли драйвера на принтер в операционной системе. Для этого я нажимаю сочетание клавиш Windows Pause Break. Здесь я перехожу в диспетчер устройств, и в открывшемся окне необходимо будет найти раздел принтер и посмотреть, что там происходит. В моем случае, как можем видеть, драйвера на принтер установлены, но если у вас все будет иначе, то я рекомендую их вам скачать прежде с официального сайта изготовителя самого принтера и затем установить на компьютер. Все-таки одну причину, связанную с аппаратной неисправностью, я здесь представлю, и как вы понимаете, она связана с питанием. Если перейти в управление принтером, что на десятке я реализую следующим образом. Сначала перехожу в панель управления, далее в раздел оборудование и звук, и тут мы с вами можем видеть пункт управления принтерами, где представленный принтер является неактивным и подсвечен серым цветом. После того, как я подаю на него питание, он становится вновь активным. И теперь на нем можно попробовать произвести печать. Еще одной причиной, из-за которой принтер может не печатать, является то, что в печать было направлено достаточно большое количество документов. Чтобы это выяснить, я перехожу в раздел «Устройства и принтеры». Здесь мы кликаем по нашему принтеру и переходим в пункт «Просмотр очереди печати». Как можем видеть, здесь имеется несколько документов, которые находятся в ожидании печати, но, как видим, в итоге ничего не происходит. Я их просто отсюда удаляю и после этого остается вновь попробовать распечатать документ. Если это не поможет, рассмотрим с вами следующий способ. Здесь причина, вследствие которой принтер не печатает, выглядит следующим образом. Когда вы пытаетесь распечатать документ, например, в Microsoft Word, для этого я перехожу в раздел «Файл», из представленного списка в пункте «Печать» нажимаю соответствующую клавишу, и как можем видеть, у меня появляется данное окно. Возможно, у вас вовсе ничего не будет происходить. Если вернуться опять в пункт «Печать», то здесь можно видеть, что по умолчанию стоит приложение, которое позволяет сохранять документы в формате XPS. Я выбираю данный принтер, после чего можно попробовать распечатать документ. Но при следующем открытии программы Microsoft Word, либо какой-то другой, который позволяет выводить на печать, по умолчанию опять же будет стоять виртуальный принтер, сохраняющий документы в формате XPS. Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо перейти в управление принтерами. Для этого на рабочем столе нажимаю сочетание клавиш Windows плюс R, в открывшемся окне ввожу команду Ctrl, и тем самым попадаю в раздел «Панель управления». Далее выбираю пункт «Оборудование и звук». И теперь мы с вами оказываемся в разделе «Устройства и принтеры». Здесь мы можем видеть наш принтер HP. Нажав на нем правой клавишей мыши, я выбираю пункт «Использовать по умолчанию». Таким образом, перейдя в Microsoft Word, в раздел «Печать», мы теперь можем видеть, что по умолчанию стоит данный принтер. Также и любая другая программа, которая позволяет печатать, будет по умолчанию использовать данный принтер. Если представленный способ не позволил решить сложившуюся проблему, рассмотрим следующий, где при попытке распечатать в какой-либо программе документ, при нажатии на соответствующую клавишу, принтер остается в бездействии. В этом случае я возвращаюсь к данной программе Microsoft Word. Пункт печати, мы видим, что у принтера стоит статус «Приостановлен». Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо перейти опять в панель управления, оборудование и звук. И в данном разделе я нажимаю правой клавишей мыши на текущем принтере. В выпадающем меню, возможно, у вас появится дополнительный пункт «Возобновить печать». К сожалению, у меня такового нет, поэтому я кликаю дважды по текущему значку принтера. В открывшемся окне необходимо перейти в раздел «Принтер», где мы можем видеть, что напротив пункта «Приостановить печать» стоит галочка. Соответственно, ее необходимо нам снять. Для этого я кликаю еще раз
по данному полю. Как мы можем видеть, галочка пропала. После этого нам остается проверить, запечатает ли у нас принтер. Для этого я попробую распечатать в Microsoft Word текущую надпись. Нажимаем «Печать». Как можем видеть, принтер захватывает бумагу и распечатывает данный документ, текст которого, собственно, здесь мы с вами можем видеть. Если представленный способ, к сожалению, вам не помог, рассмотрим следующий, где причина может быть вызвана вследствие того, что служба диспетчера печати отключена. Соответственно, мы с вами переходим в панель управления, системы и безопасность, администрирование, выбираем пункт службы, и здесь нам необходимо найти диспетчер печати. Как можем видеть, в моем случае данная служба работает, но если у вас будет все иначе, соответственно, ее необходимо будет запустить, а в выпадающем пункте тип запуска указать автоматически. Подводя итоги, желаю успешно решить данную ошибку и спасибо вам за внимание. Ты это, заходи, если чё.